Действительно, обязательно расскажем, как развернулись события вот эти сегодня в выпусках новостей. Но прямо сейчас представляем вам наших утренних гостей. Посмотрите, какая чудесная компания находится у нас в студии. С удовольствием представляю. Наталья Путикова, организатор дня именинника. И леди и джентльмены, совершенно юные. Я даже не знаю, как с ними познакомиться. Они такие беспокойны у нас немного. Надо, наверное, кого-то еще позвать. Кого-то не хватает. Позовем обязательно, но немного позднее. Наталья, хотелось бы поговорить вот про это мероприятие, теперь день именинника, что это, как это проходит и на кого это ориентировано? Как это проходит в 21 веке? Потому что, ну, я тоже был ребенком, у нас тоже были дни. Что-то мы там водили хороводы. Ручейки. Традиции садиковских праздников, школьных праздников. Мы решили создать такой день, чтобы поздравить всех деток месяца. И мы их приглашаем к нам. То есть у нас будет программа с аниматором, у нас будет сладкие угощения, обязательно подарки, фотографы. То есть такой вот прям... Да. На большом празднике, конечно, все не будут, и детки будут задувать свечки. Это вот такое хорошее продолжение дня рождения, чтобы как-то вот закрепить. И обязательно еще поиграть с маленькими детками. Вот. То есть не обязательно, чтобы это были дети из одной компании, как я понимаю. Нет. Это просто вы собираете большое количество, так скажем, детей, все, кто недавно отпраздновал свой день рождения или будет праздновать, и как раз и знакомите их, и хорошо. А есть ограничения по возрасту? До? Мы рекомендуем от 2 до 6 лет. Все-таки от 2 до 6. Все-таки детки, которым уже 2 года, они как-то могут уже взаимодействовать с аниматором, но это не говорит о том, что, к примеру, годовалого ребенка нельзя привести. Ему также будет интересно, просто, наверное, не настолько он будет активен в этой вот игре и в празднике. Ну, давайте станем свидетелями современных технологий развлечения. Вот за это же обычно ответственные люди определенные. Мы их называем аниматорами, одного из которых мы хотели бы пригласить сюда к нам. К нам присоединяется Анастасия Сорокина, которая погружена в образ... Так, это не Микки Маус, это его подружка? Да. Это Минни Маус. Ну, отлично. Не хотите ли заглянуть в наш клуб? Чтобы наш клуб появился, надо сказать заклинание. Микка, Мокка, Микки Маус. Теперь все вместе. Микка, Мокка, Микки Маус. Ты что не говоришь? Посмотрите, кто здесь. Это Микки Маус. Это я. Подожди, давай, Дива. Ой, мы ее успели, мы позвали. Здравствуйте, друзья! Очень рада! Мышка Минни сегодня всех вас увидеть здесь. Вы знаете, что очень скоро мы с вами встретимся на дне именинника. Это будет 6 ноября в 11 часов утра. Правильно? И сегодня мы с вами сделаем одно очень интересное дело. Знаете, какое? Мы с вами сегодня подготовимся к разучиванию тип-топ танца, который будем танцевать все вместе со всеми ребятишками, которые придут на праздник. Скажите мне, пожалуйста, взрослые ведущие, которые раньше были маленькими ребятами, а вы сможете вместе с нами выучить тип-топ танец? Конечно, сможем, да. Если это по силам нам. Я очень постараюсь, я не буду обещать, я буду стараться. Да. Здорово, тогда выходите поближе сюда. Леди Спёрст. Проходите сюда, Вероника, вперед на 2 шага. Оп, только не совсем рядышком друг с другом. Проходи, принцесса, вот сюда. А теперь смотрите внимательно. Ой, меня видно. Привет. Помашите нам рукой. О, танцуйте вместе с нами. Договорились? О, вы слышите? Они нам ответили? А? Они нам сказали, что будут танцевать. Ну что ж, тогда смотрите внимательно на нас и повторяйте движения. Показывайте вот так ладошки. Запомнили движение? Да. Теперь немного побыстрее. Приготовились ручками. Тип-топ. Молодцы. А теперь ножками. Вокруг себя. Тип-топ, тип-топ,
Ты удальцы и молодцы. И ясно всем, что нет проблем. И вот так. А теперь последний раз поскорее сможете? Быстро, прибыстро, приготовьте ладошки и... Вот это да! Получайте аплодисменты от всех телезрителей! Здорово! Ну что, скажите мне, пожалуйста, тип-топ-танец вам понравился? Да. Да? И мне тоже очень понравился с вами танцевать. А вам, взрослые, понравился тип-топ-танец? И нам, конечно же, понравился. Невероятно сложно на самом деле. Если мы часто будем танцевать, вряд ли кто-то скажет, что у нас нет проблем. Скорее всего, скажут, проблема-то у них все-таки есть. Слушайте, я знаю, как решить ваши проблемы. Вы знаете, у нас всегда есть в клубе Микки Мауса инструмент. Федор, показывай на камеру инструмент. Этот инструмент, и взрослым покажи тоже, называется подручник. Только видите, он совсем маленький. Но я знаю, что если мы с вами запустим волшебство, то до 6 ноября он вырастет до вот такого, а может быть даже вот такого размера. Запускаем волшебство. О, да, чтобы запустить волшебство, направляем ручки в сторону мауструмента и говорим громко. Мика, Мока, Микки Маус. Мика, Мока, Микки Маус. Волшебство у нас запустилось. Большое спасибо. Надеюсь, это волшебство работает в Сбербанке. Спасибо, друзья. С именинниками все понятно.